Всем привет, с вами Пеннипресс. Вы можете помнить меня по роликам, где я зачитывал скороговорки, чтобы подписчики могли принять участие в розыгрыше. Но еще я иногда открываю кейсы. И прежде чем сегодня мы начнем крутить кейсы на вот этом сайте, на сайте Case Battle, я хочу напомнить, что в это воскресенье, то бишь уже завтра, у меня состоится розыгрыш вот этих вот шикарных скинчиков, которые вот здесь вот все указано, написано. Для того, чтобы принять участие, нужно вот этот вот видос лайкнуть, под ним написать комментарий. И сейчас я просто в ахере. За целую неделю у меня появилось под этим видосом всего 6 комментариев. Ребята, я, конечно, ни на что не намекаю, но шансы у этих людей просто потрясающие. То есть у них просто огромные шансы выиграть себе найсовый скин. Поэтому кто еще не сделал, кто подписан на мой канал уже более одной недели, то давайте лайкайте видос, пишите комментос и завтра на стриме получайте свой скиндос. Ну а я залетаю на сайтик, где, собственно говоря, и буду сейчас крутить кейсы. Мне здесь что-то написано: технический перерыв до 13:30. Это что означает? Что означает? Это означает, что я до 13 ничего крутить не смогу. Тактика какая? На балике 253 я пройдусь по амонгам. Вот, сейчас вот выпадет мне прощальный оскал. Нет, кислотный градиент выпадет, да? Ну, хер с тобой. Я открою какой там желтый, розовый, зеленый. Красный не буду, потому что он как-то ситмит. Хорошо, хорошо. Что? 186 ты уже стоишь? Розовый. Розовый. Прощен ты, прощен. В том же духе продолжай. Открою желтый и открою за сатен ас, открою, посмотрим, что выпадет. Так, ну это не желтый, тебе извинений извинения придется просить еще очень долго. Сверхновая. Я вообще, знаете что, я вообще надеюсь на это слиться. То есть я надеюсь слиться. Смотри, вчера сидмит был, а сегодня вот. Я вообще надеюсь слиться, потому что я завтра планирую на стримчике задепать 1.2к, чтобы попытаться сделать себе нож. Но что из этого получится, посмотрим. Так, вот это бородуля. Так. Так, и что мы еще можем открыть? Так, если мы откроем Одина, там хватит еще на один этот, да? Ну, надо подслиться. Ну, нож у меня... Пучина. Нож у меня одна надежда, нож только на этот, ну, с апгрейдов. Ну, апгрейды что-то вообще не тащат. Апгрейды не тащат что-то совсем, вообще. Горелка Бунзена. Хорошо, ладно, что получается, понятно. 315. Сегодня поэтому видосик, он такой лайтовый. Ну, наверное, седмида я заберу. То есть седмида я, в принципе, заберу, скорее всего, вот. А, конечно, с апгрейдами мы пошалим. Мне непонятно, что они до сих пор не раздуплились. Если что, надо будет завтра тогда их ломать об колено. Пытаться уже с двух ног заходить. Заходить с двух ног, чтобы они начинали давать. Так, он, ну, вообще как бы не на это, не на что, да? То есть, либо как-то сломали. Так, давай 170 поставим. Чтобы шанс типа был побольше. Кровавый спорт. Нет, кровавый спорт не хочу. Сувенирочку тоже. О, давай вот такой, да? Давай. 5-7 вроде прикольненький, ништяковый. И тоже. Вот вообще, поняли? Вообще. То есть здесь даже не то, что 20-30%. То есть, ну тут за 50%. То есть 60 где-то, под 70% шансы идут. Ну это как бы вообще несерьезно. Несерьезно. Давай 3 сотни. Давай 3 сотни. Три сотни. Так что не надо мне там хи-хи-хи, ха-ха-ха. Хи-хи-хи, злобный даймё. Вот, давай. То есть 12% шанс. Просто вообще, как бы... Я не понимаю, что случилось. Ой, и этот не заходит, поняли? И шансы-то, вы видите, какие шансы? То есть просто
Что случилось? Подожди, может, знаешь, что мы сделаем? Может, мы попытаемся сейчас просто все раздуплить, сид-мид, как бы сейчас все продать. Не, давай мы сейчас вот этот еще попробуем за на 6, на, нет, не на 6, на 5 сотен. На 5 сотен. На 5 сотен. Пусть будет кардио вот это вот, да, за 5 сотен. Вот. Попробуем. Потом, если что, мы продадим сидмида. Откроем на него все, ну, как бы эти вообще. Так, сидмида продаем. Мне нужно раздуплить апгрейды. Так, раздуплить апгрейды. Так, мы сейчас снова давай пройдемся по раз-два. По трем амонгам. То есть мне как-то надо раздуплять апгрейды. Ну, не так. Розовенький. Ну давай, браток. Покажи, на что ты способен. Неоспоримость. Ну, в принципе, нормально. Не спорю. Что? И жертвенность. Ну, желтый, ты чё, скотина конченая? Так, тебя продать и надо. Надо ломать как-то это, вымучивать, выкручивать апгрейды, пытаться. Я просто не знаю, что за херня. Что за херня? Давай сатен. Сатен. Так, выбираем. Ну, пусть оперативка будет. Раз, два. Опа, 10% был. Вот тут был 10. Ну, наверное, даже не 10%, черт его знает. 5, ну да, был 10%, нормально, но... Ладно. А чё? Типа, чё случилось? Ну, должно быть целым, да я как и... Я ж хочу поставить целое. Вот тут был 10%, да? Ну, был, и чё? И чё радоваться-то? Ух. Зайдешь? Нет. Нет. Так, давай 2 сотни. То есть сейчас я просто его это пытаюсь расчехлить. Нет, не хочет. Так, апгрейды. Ой, зачем апгрейды? Так, давай 2 раза розовенького откроем. Посмотрим, что. Кофеек еще есть. Чутка, да? Еще раз давай. Еще раз оперативная память. Ну, нормально. Так, я вернул свое бабло. Все, что вкинул, я вернул. Все, что вкинул, я забрал. Тогда давай мы еще розового крутанем. Давай. Давай только быстро. Оба. Вот это да. Оба. 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 Нет. Такой футбол нам не нужен. Ну, у меня, в принципе, сейчас настрой просто слить. Настрой просто слить, как бы, да. Подожди, контракты, может, попробовать. Контрики. Попробовать и за 27, да? Ну, не намного больше. Так, ну давай по 10% половим, посмотрим, что. Так, ну даже, наверное, знаешь, что? Нет, мы 250 поставим. 250, чтобы 3 скина туда залетело. Так, то что-нибудь выберем. Ну, давай картель пусть будет. Хорст. Что такое 250 картель? Раз. Два, три. Нихера, да? Нихера, поняли? Нихера. Так, значит, продаем снова, снова. Так, сейчас мы что, три. Так, три Одина откроем быстро. Два.
И 3. Ну, тоже такое себе. Тоже такое себе. Все. Ну, тут уже особо-то нечего. Шурум-бурум. Тут особо нечего, потому что особо нечего. Особо нечего. Так. Апокалипт охотник. Пусть будет охотник. Так, нет, да. И. Ну вот ты-то остановился здесь, да? То есть, ну, то есть можешь что-нибудь дать. То есть можешь что-нибудь дать. Ну давай смотрим. 350, смотрим. Обезьянка. Давайте я попробуем. Ну, удиви. Нет, да? Нет. Все, все. Какие мои предметы 4? Успокойтесь, нету у меня предметов. Нету. Открыть любой кейс. Ну, ребят, вот такой видос. В принципе, цель достигнута. Бабки слиты максимально. Максимально слито все, да? То есть посмотрим. Посмотрим завтра, как что пойдет. Посмотрим, как что завтра будет. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, принимайте участие в розыгрыше, который у меня проходит. Всем пока и до новых встреч.